На обзор покупщик прикупил сервелат швейцарский Дымов. $259.99, а 200 берешь напополам дешевле. Выгодно, выгодно. Пять шесть на по вкусу из 10, так и примерно. Ну, за горчичку можно больше, конечно. Ну, съедобно. Приятного всем аппетита. Хорошее состояние. Доброго дня. У меня что-то телефон мой старый ерундит. Памяти нет. Вроде стираю. Нифига ничего не прибавляется. Даже ролик не могу выложить. Длинные. Только коротенькие. Да, главное, чтобы позитивчик было нормально. Нормально перекусит.